Сколько раз поднимал ты свой взор к небесам, и, мечтая в желанном покое, в час, когда на душе бушевал ураган, разрушая все в сердце живое. Сколько раз ты участия порою спросил поддержать твои слабые руки, но в ответ безразличия дождь моросил, умножая душевные муки. Мало слез умиления, только фасад, и эмоции рвутся наружу. Мой же дух проявлением этим не рад, ощущая духовную стужу. Говорят, что спокойное время сейчас, что свободно живут христиане, есть машины, дома, все удобства у нас, даже денег хватает в кармане. А когда-то ходили в собрание пешком, и не каждый имел две одежды, и от глаз посторонних молились тайком, на Христа возлагая надежды. Но тогда среди них пребывал сам Господь, силой духа сердца наполняя. Пусть терпела страдания бренная плоть, в каждом вера горела живая. А сейчас, говорят, мы счастливее их, потому что свобода настала, мы живем, как все, а Дух Божий утих. Церковь силу свою потеряла. Так зачем же машины, большие дома, если мы ослабели духовно, если силы нет в нас и пусты закрома, служим Богу мы только условно. Так зачем же тогда говорить каждый раз, что мы очень счастливые люди? Так зачем же, как же Духу Святому не тесно средь нас, если ближнему мы словно судьи? Если мы не способны любить и прощать, не умеем утешить скорбящих, если помощи руку не можем подать, мы подобны меди звенящей. Мы беспомощны, наги и очень слабы, просто нищие мы, христиане, потому что отдались беспечью в рабы. Не духовные мы, а земляне. Время наше решает, кто в небо войдет. Став достойным небесного царства, поднимайся на ноги, Господний народ, очищай закрома от лукавства. Скоро скорбь ожидает планету Земля, претерпевший навеки спасется. Приготовьтесь встречать своего жениха, скоро он за невестой вернется.